Ух ты, ничего себе! Ой, опасный! Вот это да! Я думаю, этот медведь тебя испугался. Ну-ка! Да, испугался! О, а ты что? Что за бременский музыкант прилетел? Давай на свой... Балалайку медведь дал! Ну давай, медведь! Опа! Есть! Вот это я понимаю! Группа какая! Ребятки, вы на канале Cool Games, и сегодня мы с вами поиграем в игру Troll Face Quest Game of Trolls, что означает «Игры троллей». И я так понимаю, здесь что-то связано будет с «Играми престолов», сериалом. Но я этот сериал вообще не смотрел вообще. Представляете, такой человек существует, который не смотрел «Игры престолов». Поэтому мне нужна будет ваша помощь. Ну что ж, давайте начнем. Погнали. Так... я не знаю, что здесь произошло. Какие-то... Чё-то зомбаки, что ли? О, что? Они почему-то связаны. Их кто-то побил. И они делают какие-то ужасные вещи. И стоит какой-то главарь. Или это злодей. Я не знаю, кто ты. О, ничего себе. Это маг какой-то. Смотрите, у него даже рожки какие-то есть. Что он хочет сделать с ними? Он хочет их воскресить? Эх, да, у него ничего не получается. Ладно. Что мы можем? Что мы можем? А, вот это что такое? О, будильник. Солнышко, утро. Так. И что теперь? Солнышко, ничего не нажим. Ну-ка. Опа, они встали. О, зарядку. Что? Будильник прозвенел утро. Но зарядку никто не отменял. Мертвый ты, не мертвый. Зарядку нужно делать. И смотри, они делают зарядку. Ну-ка. Да, отлично. Хорошо, идем дальше. Так. Здесь. Не знаю, что здесь происходит, но это тюрьма. Какие-то тут пытки проводят. Этот чувачок решил покушать. А этот вылупил глаза и смотрит на него. Он, наверное, тоже голодный. Его держат здесь уже очень долго. Ну-ка, давай нажмем. Да, он кричит. Видно по ему, по его рту, что он хочет съесть эту сосиску. А этот тролль тебе улыбается. Ну что, давай нажмем на него. О, смотри, да. Это самая худшая пытка для него. Ну ладно, а что мы можем сделать? Ну-ка, давай нажмем, подержим. Ничего не происходит. Нет. Ладно. Так, а потягать, если что-нибудь? О, о! Он стал Гордон какой-то. Это повар? Ну-ка. О, это уже повкуснее. Ну-ка, чувак. Смотри. Что? Покормил его. Что? Заключенного, которого пытают здесь. Хорошо, хорошо, пошли дальше. Так. Кто это сидит? Ребят, я вообще не знаю, как уже говорил. Игорь Престолов не смотрел, поэтому без понятия. Доспехи у него какие-то золотые. Книжечка. Что ты? О, что творишь, чувак? Эй, ну-ка, нажмем. Может, лучше не нажимать, я представляю, что сейчас будет. О, нет. Нет, за что мне это? Ладно, что мы можем? Вот, смотрите, у него какая-то рука золотая почему-то. Перчатка золотая, как у Таноса почти. О, что? Ну-ка, нажмем. О, что? Эта перчатка превращает все в золото? Ну, тебе повезло, тогда можешь так делать каждый день. Ничего себе. Ужасы, ребят. Уровень пройден. Идем дальше. А здесь что, битва с медведем? Что? Чувак с мечом. Хорошо, и медведь. И смотрят, все смотрят, что будет. Ну давай на медведя нажмем. Какой-то медведь непонятный, честно говоря. О, что? Съел меч! Это медведь как на бобра похож, смотрите. Что? Вот реально он какой-то... То ли бобер, как, нос как у лисы, зубы как у бобра. Что за мутант вообще? Ладно, давай на чувака нажмем. Ух ты, ничего себе. Ой, опасный. Вот это да. Я думаю, этот медведь тебя испугался. Ну-ка. Да, испугался. Съел меч. Хорошо. Давай давай подсказку. А, подтянуть. Ну давай попробуем. О, а ты что? Что за бременский музыкант прилетел? Давай на свой...
балалайку медведю дал. Ну давай, медведь. Опа! Есть! Вот это я понимаю. Группа какая. Пляски, танцы, пляски. Музыканты. Вот это да. Ребята, вот это крутяк было, да. Ладно. Так, здесь у нас что происходит? О, что торчит? Ничего не торчит, ладно. Зеркало. Какой-то чувак с рогами почему-то. Что происходит? Давай на зеркало нажмем. Ничего, на чувака. Ой, ты что делаешь? Что? ЛГБТшный. Флаг. Ладно. О, а ты черным это делаешь? Что, вроде не пройдет. Нажмем и держим. Во-во-во! Что? Что? Что за чудище у тебя там вылезло? О! Что происходит здесь, ребята? Это чудище высосало все внутренности или что? Ужасы какие-то. Ужасы здесь творятся, ребят. Теперь опять этого чувака везде кто-то ловит, привязывает. И что у него, молния какая-то как будто или осколок в руке? Вообще какой-то аватар. Ладно, нажмем. Она хочет его прирезать. О, кого он превратился? Уровень не пройден. Нет, что-то не то. Что? Что это было? И что дальше? Опа, убрали. Видно, вот этот какой-то осколок, вот это вот, что-то очень важное в этом фильме, да? Ну, в этом сериале, я не знаю. Но, походу, это было что-то важное. Они его разбили, уборщица пришла, убрала. Вот и все. Все, вот и нет важного ничего. Ладно. Так. Что у нас здесь происходит? Опять вот этот вот рогатый чертик. Какой-то он, видно, злодей. И против него с огненным мечом, чувак. Давай нажмем на него. О, отлично. Справился. Ага, я понял. Нужно что-то наоборот. Давай на этого. Он боится. Ой-ой-ой. Как будто боится. Смотри, на самом деле он смеется. Ну-ка, подсказочку. А проведем сюда. Огнетушителем потушили меч. Да. Короче, они здесь троллят вообще по жести друг друга. Хорошо. Так. О, дракошек. Но я знаю, что там кто-то... А, вот это вот, что-то я такое... Что-то слышал, что что-то с драконами. Вот это, наверное, девушка, женщина, она как-то управляет драконами. Да, дракон, смотрите, она довольная. И рядом дракон. Дракон на этих вылупился. А это какие-то богатыри стоят. Подожди, это богатыри, похоже, из фильма. Ладно, из мультика. Давай что-нибудь нажимать. Давай, дракоша. О, что? Сжёг. О-оу, уровень не пройден. Так, давай-ка богатырей. Они просто смеются, как будто не боятся они ни разу. Нажмем. Так, еще раз. Нет, не то. Давай по-другому. Два раза нажимаем. А теперь сюда. Какой-то сказала или команду какую-то сказала. А, дракоша, дракоша, ты можешь выпускать огонь не только изо рта. Я понял. Затроллили просто ее. Хозяйку, короче, свою затроллил дракон. Ладно. Так, что за лысый чувак? Две птички сидят. О, что-то здесь еще есть. Нет, ничего. Ну давай нажмем на лысого чувака. Ничего не происходит. На птичку нужно нажимать. Что? Он сошел с ума. Уровень не пройден. Нужно что-то наоборот. Нажмем, подержим. Нет, вбок, влево, вправо. Ага, нужно растянуть. Давай. Опа. Что? Я ничего не понял, если честно. Кто это такой? Какой-то профессор. Так, идем дальше. Что здесь? Ставит какие-то печати. Клеймо, да? Да, вот этот чувак ставит клеймо. Как будто каким-то рабам, не рабам, заключенным. О, что?
Зачем на лоб-то ставишь? У него татуха, кстати, роза. Да... Да что ты творишь, дедуля? Да подожди ты, все так быстро это все делаешь. Подсказка. Опачки. А это кто такой? Нажмем, держим. Статуя вышла. Это вообще статуя Ленина, смотрите. Это Ленин же какой-то. Да, шапка на тебе со звездой. Что творится? Ой, да, ребят, ну веселенькая серия, веселенькая. Так, а здесь у нас какой-то полукаменный чувачок. Что здесь нужно делать? Я не знаю, он заключенный. Ну, давай нажмем. А, ух ты, отдирает камни. И что дальше? Смеется. Ничего не понял, нажмем подсказку. А теперь много раз нажимаю, нажимаю. Он съел все камни! Что? Уровень не пройден. Так, нажимай, нажимай. Подсказка. Нажать и держать. Держим. Что? Каменное лицо? Ребят, я не понимаю. Объясните мне, что здесь происходит вообще? Ладно. Так, у нас здесь тренажерный зал. Спортзал. Смотрите, беговая дорожка. Такая современная. В кавычках. Хорошо, спортом хорошо заниматься. Почему вы грустные все? Давай, что за колокол? Быстрее! Давай, еще быстрее! Да, мы к марафону готовимся. Давай, что теперь? О, у них... Уровень не пройден. Растянуть? Ну, давай попробуем. О, это бодибилдер, оказывается. Уровень не пройден, подожди. Так. А, нажать, держать. О, кто это вообще? Это какой-то супермен. Шварценеггер, терминатор. I'll be back. Хорошо. Так. И здесь какие-то битвы. Битвы уборщиц. Одна просто с палкой, другая со шваброй. Ну что, погнали. О, да, швабра не тащит. Уровень не пройден. Нажимаем, держим. Опа. Ничего себе, ты стал рыцарем. Ну давай. О, а ты... Ничего себе. Нажимаем, держим. Что? Тут превращение происходит. Скалу какую-то. Повой на луну лучше. Уровень не пройден. Ладно. Жмем, держим. То же самое. Так. 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 Подсказка. Ага, держим. Вообще какая-то жесть творится. Так, а здесь у нас что? Арбалет с присоской. ВК в туалете. Туалет вообще крутой, без двери. Ладно. Чувак, а чего ты хочешь с него стрелять? Ну давай стреляй. На. Это ж какой-то он малой вообще, как ребенок какой-то, как будто. Ну-ка, протянем. Терминатор здесь работает к охранникам. Туалетную бумагу приносит. О! Так. Что? Это тот, который все в золото превращает? Я опять ничего не понял. Ладно. Хорошо, прошли. Отлично. Так, а теперь что у нас? Грустный чувачок. О, подожди, а что ты вороной какой-то трехглазый стал? Ну, давай нажмем. А, если много раз. Превращается в этого синего. Уровень не пройден. Много раз жмем. Теперь нажимаем, держим. Третий глаз! Нажимаем. Что за дискотека? Уровень пройден. Я вообще не понимаю. Ладно.
Так, что у нас здесь происходит? Почему у тебя... Что за палка? У тебя должен быть топор или меч, а у него, знаете, этот... Как надувной шарик такой есть длинный. Ну ладно, давай, казнь. Ну, казни. Что это за казнь? Это издевательство, а не казнь. Уровень не пройден. Давай нажмем, поддержим. Нет? Ладно, давай подсказку. А, вот так. Жмем. Что? Он стал железным человеком! А теперь держись, чувачок! Ну? Смотри, куда он полетел! Игра пройдена, ребята! Я вообще ничего тут не понял. Секретный уровень, кстати, есть? Давай-ка. А, вот это трон. Трон. Так, кто сидит? Какой-то вообще почтальон. Нет, писатель. Видите, он пишет много чего, печатает. Хорошо. Змея какая-то. Ну давай. Что ты там печатаешь? Все не то. Это, может, он фильм этот... Ну, не фильм, а написал «Игру престолов». Уровень не пройден. Давай подсказку проведем. Сезон 8 «Игры престолов». Так, здесь, наверное, вы должны знать. Я вообще не шарю. Хорошо. Что значит 8 сезон? Он не вышел? Или он должен выйти? Или что значит это? А, здесь показали, кто на троне будет. И будет этот терминатор сидеть, который был, помогал. Туалетную бумагу приносил, охранником был. Все, дописывай, давай. Все, тебе подсказали, как сделать. А! Вот так теперь, ребята. Если 8 сезон не вышел, то вы теперь будете знать, что будет в нем в 8 сезоне. На троне будет сидеть Шварценеггер. Да, терминатор этот. Все, игра пройдена полностью. Хотя я вообще здесь ничего не понял практически, потому что не смотрел этот сериал вообще. Поэтому, ребят, нужна ваша помощь. Надеюсь, вы мне здесь подскажете, распишите по каждому уровню. Ну а на этом мы с вами закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Всем удачи и пока-пока.